Еще я хотел рассказать по поводу, вот тут вот сидят как раз Сережа, тут еще сидит Антон, тут еще сидят куча ребят, которые являются директологами. Ребята, я ничего против не имею, ну, так как слайд немножечко мы тут с Женей писали, это будет наше с Женей общее мнение, с вашего позволения. Первое, нам реально вас жаль, потому что директологи — это крутая профессия, бесспорно, маркетологи, но давайте будем честными, что все-таки маркетолог — это человек, который зарабатывает в лучшем случае 5, 3, 4, 10% от дохода своих клиентов. Если маркетолог, естественно, успешный. А если он не успешный, то он вообще нахрен никому не сдался. Ну, то есть, если у вас кейсов нет успешных, значит, жопа. То есть смысл какой, как я вот как раз говорил на примере Саши еще в 2013 году, когда он мне заплатил 50 тысяч, а он сделал обороткой по ландшафтному дизайну 30 миллионов, где он положил в карман себе около 10-12 миллионов. Ну, в общем-то, можно сделать вывод, что я лопух, а Саша красавчик, в принципе. Да, я сделал ему результат, но денег-то заработал он в основном, а не я. А если бы я брал 10% хотя бы, то я бы заработал намного, намного больше. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому вы не сможете на своем навыке зарабатывать какие-то бешеные суммы. Какой бы вы крутой маркетолог ни был. Я могу вам сказать, как человек, который несколько раз номинировали на какие-то там премии непонятные, то ли топ директологов, то ли топ 5-10. Я какой-то там в какой-то рейтинге там на первом месте вишу, на нескольких каких-то вон ребят там скидывали, мы все смеялись. В партнерстве можно заработать намного больше денег и намного проще, главное. То есть не надо вести там 150 миллионов клиентов. А естественно, если вам надо вести 150 миллионов клиентов, то вам надо делать маркетинговое агентство и так далее. Короче, все это сложно. Дальше, вы знаете много технической части, вы все это знаете, но вы просто тупо ленитесь. То есть вы можете даже в чем-то сомневаться, но в основном вы ленитесь. Ленитесь в том, что надо поднять жопу и начать продавать, в том, что надо искать партнеров, что надо что-то делать, кроме вот этой технической части. Давайте будем честными, для многих это реально критично. Все хотят, вот приходят директологи и говорят, когда делать сайт, когда делать сайт. Вот я сделал сайт, я говорю, зачем ты сделал сайт, если ты эту тему еще даже не проверял, даже партнеров не искал. Ну просто захотелось, вот руки чешутся, надо вот лендинг сделать, директ сделать. Но при этом вот либо кто-то боится, кто-то ленится и делать все остальное, то есть стратегические действия. Вот дальше. Просто давайте будем тоже честными. Вы не умеете продавать. Это тоже не обязательно товары, да, там надо продавать уметь услуги, можно продавать идеи, можно хантить себе работников, еще что-то. У вас с этим проблема. Проблема именно вот с продажей самой. Как одно из основных составляющих бизнеса. То есть многие говорят, трафик – это основной источник. Да, я согласен, но без продаж трафик – это полная ересь. Дальше, вы не понимаете, как работает бизнес и его основы. Это тоже, кстати, камень в огород большинства маркетологов и директологов, которые рассказывают, как же оно все работает, но на самом деле дальше, опять же, нос не видит, и это большая проблема, и все бизнесмены более-менее крупные, они с этим сталкиваются. То есть для них даже директор по маркетингу это такой псевдозверь какой-то непонятный. Вот. Еще вы не умеете привлекать инвесторов, ну мы уже об этом поговорили, и хочется научиться делать, ну вот хочется научиться, но вы почему-то не хотите, опять же, либо ленитесь, либо боитесь. Не знаю по какой причине, но тем не менее. Короче, я вам очень рекомендую хотя бы просто попробовать с нашей поддержкой или без нашей поддержки попробовать поработать за процент. Это будет очень дорогой экспириенс, который вы, во-первых, сможете пронести как другим клиентам, так еще и на этом заработать денег. Ну, в большинстве случаев хотя бы реально просто тупо заработать денег.